Председатель фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Сергей Степашин и президент Республики Дагестан Рамазан Абдулатипов побывали в Каспийске с приятной миссией. Дому номер 35 по улице Ленина присвоено почетное звание «Дома образцового содержания». На торжественной церемонии в лучших традициях гостеприимства собрались руководство города, жильцы выбранного дома, а также каспийчане, которым теперь есть к чему стремиться. Возродить утраченную советскую традицию и выбрать среди многоэтажных жилых домов страны дом образцового содержания. Такую задачу поставил перед собой фонд содействия реформированию ЖКХ. Заявки принимались от всех желающих. Нам было предложено выставить свою кандидатуру. И вот он результат, говорит исполняющий обязанности глава администрации Нух Ахмедов. Там и Министерство коммунального хозяйства республики проводило осмотр по городам. И они нам, городу Каспийску, предложили, чтобы мы выдвинули такой дом. В нашем городе самый благоустроенный на сегодня этот двор. Не знаю, что у нас, может, и подобный двор еще есть, но он благоустроенный, надо признаться. Поэтому мы тоже согласились с их рекомендацией и от города Каспийска этот дом выдвинули на это почетное звание. Было множество критериев, которым необходимо соответствовать. Это и наличие детской площадки, и общее состояние дома. И по ним наша многоэтажка смогла обойти других претендентов на это почетное звание. Каспийск – один из самых обустроенных городов в республике. Здесь высокий уровень культуры и образования. А теперь еще есть и дом образцового содержания, отметил в своем выступлении президент республики Рамазан Абдулатипов. Поэтому мы можем навести порядок в городе, в республике только в том случае, если вы будете подключаться. Если вы не будете наблюдателями со стороны, у нас есть программы вместе с федеральными структурами, есть свои программы. Давайте налаживать порядок в своем городе. Давайте налаживать порядок в школах, в больницах. Без вашей помощи мы это тоже не сможем сделать. Высокая планка поставлена, и другим многоэтажным домам города есть куда стремиться, подчеркнул Сергей Степашин. Вообще коммунальное хозяйство – это важная отрасль в любом регионе, и здесь в Каспийске есть проблемы. Но все они разрешимы, отметил председатель Федерального фонда содействия реформы ЖКХ. И я рад, что не все так просто пока получается, но фонд, как и Министерство ЖКХ, занимается вопросами строительства, вы знаете. И сегодня ваша республика активно включилась переселение граждан из аварийного жилья, строительство домов образцового содержания. Конечно, в Каспийске много проблем с водой, много проблем с обеспечением теплом. Много что нужно делать, потому что большая часть времени до этого уходила на то, чтобы обеспечить безопасность граждан. Теперь пришло время жить в приличных, хороших, благоустроенных домах. После торжественной церемонии прикрепления таблички на один из подъездов вся делегация прошла внутрь, чтобы посмотреть лестничные площадки, лифт, а возможно и зайти в гости к одному из жильцов. Заира Гамзатова, Шамиль Гусейнов, новости Каспий ТВ.